Ну, судя, дача под развал идет под 90 градусов. Санчин дачи и Кокуцу дачи. Кокуцу дачи. Значит, как можно запомнить, мы сегодня это уже еще поработаем, движение. Вот мы стоим в Санчин дачи, если мы правильно стоим в Санчин дачи, нам очень удобно развернуться с блоком в позицию Кокуцу дачи. Опять становимся Санчин дачи, опять Кокуцу дачи. Санчин дачи, Кокуцу дачи. Санчин дачи, Кокуцу дачи. Видите, я ни разу не ошибся, моя стойка идеальная. То есть остается одна ширина плеч, вот эта ширина плеч, длина стойки. Пятки на одной линии, выход санчин. Раз я здесь правильно пятки поставил, я правильно вышел здесь. Вот такая история. Мне надо прожить целый кусок жизни, адаптировать под свое тело и поставить себе на службу вот эти стойки. Вот основные. Давайте мы сейчас с них попробуем немножко пройтись.